Так, допустим, у вас есть переходник. Ну, или такой, допустим. Или такой. И вы хотите его запрограммировать, но не знаете, программируется ли он вообще. И как это сделать. И, как видим, визуально отличить программируемый переходник от обычного невозможно. Они практически одинаковые. Так, как нам это сделать? Для начала мы поставим переходник на камеру. Перейдем камеру в ручной режим. Включим. И смотрим. Диафрагма 1.4. Так, пробуем менять. Диафрагма не меняется. Вывод, это непрограммируемый переходник. Это обычный. Хороший переходничок. Так, вставляем другой переходничок. Так, возьмем, допустим, вот этот. Включаем камеру. Что мы видим? Диафрагма 1.4. Пробуем менять. Меняется до 4. Все, дальше не идет. Значит, вывод, это тоже непрограммируемый переходник. Это такой переходник называется F2 с регулируемой диафрагмой. Идем дальше. Вставляем следующий переходник. Включаем камеру. Входим в меню 1.0, максимальная 64. Если ваш переходничок позволяет вам докрутить диафрагму до 64, это и есть программируемый переходник. Такой переходник можно запрограммировать под свои нужды. Как? Мы покажем в следующем видео. Спасибо за внимание.